И ощущение у тебя вызывает такая ситуация, как в Казахстане условно. Власть ничего не может. Люди пытаются собраться, там какие-то внешние угрозы непонятные. Тревоги у меня нет никакой. Угу. Какая-то уверенность, ну... Кто вокруг тебя? Ну, как меня есть те, кто также уверен. Ну, скажем так, какого-то чувства растерянности нет. Ну, какая-то определенная скоординированность есть. Не скажу, что прям. Что мешает? Где стопор? Да где-то в голове тяжесть какая-то сейчас. Стопор. Ощупай ее. Прям вот эфирными руками. Что за тяжесть?
Да, блин, как сверху, что ли, так чувствую, что он сейчас. Координата Илья задал хаос, война. Ты когда-нибудь был в подобной ситуации? Давай отправимся в тот момент, когда ты был в подобной ситуации. Война вокруг тебя, неразбериха, хаос. Ситуация подобная, которую ты сейчас описывал, что ждет нас. Давай, давай, ощущай, был когда-нибудь в подобной ситуации? По ощущениям был. Давай посмотрим на твои эмоции в этой ситуации. Что ты чувствовал? Ты в этой ситуации, вокруг тебя хаос, чувства. Спокойствие. Хорошо. Смотри, спокойствие — это чувство. Оно где у тебя? Внутри? Да, абсолютно. В груди. Вот, хорошо. Мы выяснили, у тебя есть грудь. Значит, у тебя есть руки, ноги, правильно? Да. Давай посмотри на свои руки. Как выглядят твои руки? Того человека, у кого внутри спокойствие. Руки. Представь свои руки, увидь их. Перчатки черные, что ли? Перчатки. Ну, возможно, перчатки черные. Хорошо. Перчатки черные, мужские, женские, боксерские какие? Да нет, просто перчатки такие, ну, не голые руки, а нет. Хорошо. А ноги есть? Ноги одеты в обувь. Отлично. В какую? Черную обувь, черные ботинки. Ботинки. Зашнуровывается, застегивается или просто так одел и все? Ну хорошо. Есть черные обувь, есть руки, есть ноги. Хорошо. Рукой проведи, голова есть? Если есть грудь, наверное, есть и голова, нет? Это да, есть голова. О, отлично, мы выяснили, есть голова. Рукой проведи по голове. А волосы есть на голове или нет? Лысый. Супер, молодец, хорошо. А теперь смотри, стоит лысый. Наверное, мужчина или женщина лысая? Мужчина. Отлично, мужчина. Это мы выяснили, это супер. Потому что женщина — это было бы печально. Солдат Джейн какой-то был. Это было бы печально. Хорошо. Смотрим. Смотрим. Хорошо. Мужчина лысый. В перчатках и в черной обуви. Тебе спокойно. Где ты находишься? Посмотри вокруг себя. Ноги твои. На чем ты стоишь? Ну, это пол какой-то разрушенный, как здание, что ли. Вот вижу с него. Здание разрушено. Хорошо. А посмотри, пожалуйста, чем разрушено здание? Оно сгоревшее, разбомбленное, просто от старости. Что со зданием произошло, как ты видишь? Вижу, что как окна нет полностью, рамы даже нет оконной. Но видно, что соседнее здание то ли нет крыши, что ли тоже. Оно странно выглядит. Ну, то есть огонь? Там не одно здание, а несколько, да, разрушенных? В общем, несколько, да, причем огонь. Давай по ощущениям. Ты там один находишься в этом здании или кто-то еще? Ну вот.
Вообще такое чувство, что один, ну как бы рядом никого не видно. Хорошо. Давай по ощущениям снова, Колька, только по ощущениям. Что ты делаешь в этом доме разрушенном? Ты же не пришел мародерничать или пришел мародерничать? Нет, не мародерничать пришел. Причем это не первый этаж, совершенно точно. Это высота четвертого этажа. Молодец. Что ты там делаешь? Я смотрю в сторону именно с окна, смотрю в сторону дороги. Угу. Ты смотришь просто так или смотришь посредством какого-то приспособления? Может, у тебя очки там какие-нибудь? Или просто стоишь, смотришь? Очков у меня нет, я просто смотрю, что ли. Угу. Просто. Пока. Давай, что ты хочешь там увидеть? Что ты ожидаешь увидеть или не ожидаешь? Я просто пока смотрю. Угу. Давай немножко времени. Времени нет. Не переживай, все хорошо, Колька, все нормально, у тебя пошло. Давай дальше. Перемотаем до того времени, пока кто-то там появится. Смотри, кто там появляется. Вот, знаешь, как ускоренная лента. Раз, 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 пошло, кто появляется. Не закрывайся, ты видишь картинку, позволь себе увидеть. Она идет. Нет, нету пока. Давай попробуй. Давай попробуй все-таки. Мотай, мотай до того периода, когда кто-то появится в окне. Или пока ты уйдешь куда-то. Какое-то действие происходит. Какое действие? Сейчас. Солдаты, что ли? Я не понимаю, кто. Ты как война, что ли? Я не понимаю. Да. Именно во время хаоса мы с тобой и решили переместиться. Солдаты. Смотри, солдаты. Как ты относишься к этим солдатам? Ты кто среди них? Скажем так, я... Как бы объяснить, я... Первое, самое простое, враги или друзья? Нет, это друзья, но я к ним отношусь дружески, но я как-то не считаю себя выше их, то что я не этот, абсолютно. Ну и не один из них, да? Не один из них, я абсолютно к ним отношусь. Но... Тогда кто ты с ними? Для них? Они для тебя кто? Поднимался, я наблюдал, что ли, я не понимаю, зачем я спускался по лестнице. Что ты этим действием хотел сделать? Сейчас я смотрел, что там такое. Хорошо, поднимался на лестницу, спустился, ты среди солдат. Ты говоришь, что это твои солдаты или ты вместе с ними. Как они к тебе обращаются, послушай. Как они тебя называют?
обсуждаем. Ты один из них или ты просто пришел в гости к солдатам? Нет, они со мной и... Не со мной. Возможно, я ими командую, но... Командуй, что я звоню. Просто позволь себе услышать. Ты как видишь, слышишь и пугаешься того, что видишь. Как вот откуда-то сигнал сжаться, пережать. Как это не... Топор приходит, не отрубает, да. Вот какая часть тебя отрубает? Ты сам себя как рубишь. Что это? Ты боишься или что? Где-то, возможно, какая-то часть в мозгу, наверное, все-таки не готова, наверное, или говорить, что ты дурак, я не знаю. Но... Да, поговори с этой частью, что это за часть? Выдели ее и определи, что это. Конфигурация. Ты ее нейтрализовал, отлично. Что это за часть? Светлая, темная, большая, маленькая? Да, вообще маленькая. Маленькая. Маленькая, маленькая. Ну вот, нырни туда, возьми ее тогда. Как кот-канарейку и поговори. Ты че? Ты кто? Кто ты вообще? Какая-то маленькая вредная птичка. Вообще маленькая-маленькая, прям, да, прям да, крупиночка. Да. Но как только ты вот начинаешь вспоминать, она так вылазит, тюк тебе по мозгу. Птичка-синичка. И ты раз сразу сжимаешься. Кто тебе на мозг клюет? Вытащи ее, скажи, мозг клевать может только жена. Ты кто? Напрямую мне по мозгу пытается клевать. Ну, это же твоя птичка, разбирайся с ней сам. Что это за птичка? Что-то за птичка такая. Дятел какой-то. Вытащи его, вытащи. Какой части мозга? Слева, справа, сверху? Здесь где-то вот. Ну, вот где-то вот здесь. Руку сидит. Туда, да-да-да. Ну, ты же понимаешь, о чем я. Какой-то блок. Ну-ка, вытащи. Это твоя мысль, твое убеждение, либо это структурка. Давай. Идентифицируй это. Что-то. Сейчас почему-то идет как червячочек такой, знаешь. Вытащи червячочек, спроси, ты кто? Ну, он тебе ответил, распакует пакет информации, что пришло. Он как тебя вкинул картинкой, чувством. Смотри, ты принял, а вот что ты не можешь распаковать-то? Ну, он вкинул прапорщика моего, но прапорщик-то откуда он? Почему он? Какой прапорщик? Ну-ка. Тут лысая голова. А, футбольная наша. Да. А, другая, не ты. Не-не-не, откуда он? Ну, такой, нет. Он периодически мне вкидывает. Он этот образ распаковался. Смотри, он кидает как бы информацию, да, и почти все на этом уровне общения, как бы в центральную часть мозга,
А ты думаешь лобный, передний, то есть и верхний. И вот попробуй своему мозгу сказать, что все, что приходит в центр мозга, нужно как-то обрабатывать и пересылать на лобную часть. То есть в те образы, которыми вот ты, собственно, и думаешь. Угу. Он тебе пришло как на склад и не знает, что делать. Нужно вот сортировать, обрабатывать и пересылать дальше. Получателю. Получателю тебе условно во лбу. Ну, условно. Угу. То есть тебе, чтобы передали. Вот тебе передали, ну-ка, образ прапорщика лысого, хорошо. То есть это лысый прапорщик тебе передал, либо что-то похожее на него. Почему-то, слушай, почему-то часто очень мне вот какой-то вот, знаешь, образ какого-то лысого, на самом деле, часто мне подсовывает прям образ лысого какого-то типа, реально. Угу, вот что это за лысый тип, и почему он тебе не дает вспомнить? Кто он такой? Кто же это такой? В прошлый раз говорили, я тоже говорил про лысого. Вот он чем-то образ идет. Лысый прапор, да. Ты видишь его как человека перед собой, правильно, Коля, или как? Ну, как человека, но я не могу никак все уловить тоже. У меня прям идет вот такой вот лысый, такой ушастенький, но, блин. Прапор нет, он весьма туповат в силу того, что это все-таки прапорщик. И вот он весьма прямой, туповатый. Если через него, ну, может быть, ну, вот, как бы, ну, не понимаю, такое. Накладка какая-то. А посмотри, может, это делится на несколько изображений? Это одно изображение? Или твой мозг просто подсовывает тебе прапорщика, как известную тебе личность? Ну-ка, посмотри. Там слои возможно, есть. Потому что в прошлый раз мне подсовывал еще одну известную лысую личность, но факт в том, что это была другая личность, но лысая ну-ка. Башка. Какая? Какую тебе личность? Кто подсовывал? Ну-ка. Иудейскую личность, причем иудейская. А, все. Нет, мы смотрели в прошлый раз, кто убил тебя, кто стрелял. Да, ну это да. Потому что Там-то да. Там-то да. Давай сейчас этого лысого, которого ты видишь, что похож на прапорщика, прапорщик, не прапорщик. Давай прояви его полный рост перед тобой. Вот ты его видишь, он стоит перед тобой, этот мужик. Может, это тот, кто тебя убил? Да, нет. Или сразу. Это другой? Вот сразу, да, нет. Да, идет сразу, как бы, ну. Да, все. Так, да, а почему да. Он тебе запрещает это вспоминать? Ну-ка. Чтобы я его здесь не идентифицировал никак. Но... Mm-hmm. Так. Mm-hmm. А вот теперь возьми этот его запрет. Ну, так ты считаешь, он вправе тебе приказывать? Начнем издалека. Нет. Тогда что с его запретом можно и нужно сделать? Да, аннулировать его и, собственно. Mm-hmm. А с этим лысым, кто тебя убил, ты бы что сейчас сделал? Да ничего, отпустил, он мне не нужен. Это было тогда, сейчас. Но он же тебя убил. Ну, ведь это было в прошлом воплощении. Ну, и тогда мне. То есть можно и повторять? То есть... Нет, я... повторять, конечно, нельзя, но. Так, ну, тогда как? Не, ну ответить за то, что, скажем, когда-то было сделано, наверное, скажем, раз он. Если, скажем, как правильно сказать, он это сделал с каких-то побуждений корыстных, ну, значит, надо ответить за свой поступок, наверное. А если из некорыстных, идейных? Идейных? Ну, ведь была идея какая-то убийства, наверное, все равно нужно ответить. О, уже хорошо. Я-то за собой никаких, скажем, не чувствую того, что я что-то плохое. Сколько этот червячок куда у тебя делся? Ты его так в руках и держишь? Не. А что ты с ним сделал? Он растаял. Ты решил, что он не вправе тебя указывать? Он его отпустил и все. И он уполз, да? Да. Можешь его сейчас вытащить? Подожди. Нужно дать, чтобы подсознанию кто-то вернется. Вытащи этот червячок, вот прям возьми его в руки условно, прям почувствуй, что это такое. Пятил червяк, как ты его ощущаешь? Да как червяк, на самом деле, он такой шупуги, но он мягкий весьма. Угу. Непонятно такой. Ну вот,
Что с ним ты сделаешь? Конечно, должен. Что с ним я сделаю? Ну... Растереть он не получится, потому что как-то он возвращается, но... Чтоб не вернулся. Или хочешь, чтоб вернулся? Нет, не хочу я, чтобы он вернулся. Ну, может, лысому, конечно, вернуть его. Да. А, ну, вернешь лысому, он не вернется? Может, даже в другом виде? Ну, может, он сжечь попробует. Попробуй. Нет, никак. Что с ним сделать? Что можно с тобой? Отпустить, покормить, найти пару. Человечку найти пару? Блин, а я не знаю, варианты просто. У меня дикая фантазия. Покажите. Что ты с ним хочешь сделать? Накормить, он прям придет, будет жрать, постоянно просить. Так. Пару даже, блин, какая-нибудь семьей целой придут. Во-во-во. Жить будут у тебя мозга. Такая ситуация. Варианты какие у нас? Смотри, этот человечок, этот червячок – это чужой запрет тебе вспоминаться. Более того, это проекция, это образ того человека, который тебя убил и который тебе сейчас... Ну, он убил тебя в... на том уровне, значит, все воспоминания он будет убивать и так далее. Угу. Думай сам, что бы ты сделал. У меня-то куча вариантов. Шашлык сделать из него. Ну, шашлык надо съесть его или отдать кому-то, сожжешь его. И что дальше? Как кому-то отдать? Он же твой. Ну, ради, то жрать его надо все равно. А вдруг потом не сварение, а будет желудка, я не знаю, блин. Знаешь, шашлыком, блин. Ну, пока не сварение мозга, ты уж выбирай. Шаверму. Угу. Блин, опасно. Посоли. Рыбу можно поймать, кстати, закинуть, да, на удочку и поймать рыбу. Вариант, вдруг рыба полезет нормально. Что такое рыбу найдешь? Ну, смотри, он килограмм полтора сам весит. А вдруг кит? Колька будет ловить русалку на червячка. Да нет. Я думал, я только придумал. Русалка. Вот ну... только позволь, Моне. Я русалок не ловлю. Второй раз убеждаюсь, что женские фантазии намного более извращенные и бурные, Русалка. Чем мужские. Да, да, я по жене знаю, да, точно. Так, не отвлекаемся. Так, короче. Может, червяка продать этим рыбакам? Они поделят. Евреям надо скинуть его, кстати. Евреи продадут его кому-то. Потому что у них своих нету. Родная кровиночка, столько жил в башке и евреям продать. Ну шо ты? Я его буквально сам вскормил, смотри, до таких размеров. Решай, что с ним делать? Не, ну запреты нам не нужны в стопудово. Угу, так. Вот, поэтому... Запрещать нам не нужны. Угу. Жарить я его пробовал, ты говоришь, шашлык сделать, я же пробовал жарить, он как бы этот не жарится. Ну как тогда его деформировать и в то же время немножко съесть, чтобы дать подсознанию, энергетике приказ, что с этим делать на расформирование. Может его накачать? Перерабатывать, как угодно.
Значит, не, не лягушка и соломинка, я думаю. Это немножко другая фигня. Ну, попробуй. Блин, он большим становится. Может, вообще. Ливерную колбасу. Блин. Катать и пожрать, но... Червяк — это чистый белок, вкусный. Ты его так жалеешь, как вроде это. Угу. Да-да-да, как свой родной. Но поцелуй его, Колька. Может, это принцесса заколдованная. Не знаю, как в том анекдоте. Ну, как бы, а это жопа, да, еще может оказаться, где его целовать-то. Не, спасибо. Короче. Решайся. Посолить и сожрать его, да, короче. Все понятно. Пробуй. Прям. Отвращения нет. Ты его прям живьем будешь делать? Да, а что? Ну, а что, ты же говоришь, белок. Белок. Ну, живой-то белок, это как бы это. Ну, как хочешь, да, давай. Короче, сейчас, блин, давай как шауху попробуем на вертел. Давай. Сейчас, погоди, двух узбеков подтянем, пусть пожарит. Там не справишься? Давай сам, твой червяк, угу. Ты что? Сейчас, погоди, загрузим программу узбекской. Сейчас шапочку оденем узбекской. Ага. Так. Ну, хорошо. Так. Жареный. Ну, жареный он ничего, кстати. Кто бы сомневался. Кушай. За маму, за папу. Прям не скажу, что это вкусно, но, блин. Надо. Ты столько своих сил ему отдал. Пора возвращать все назад. Это же твоя энергия. Ладно, я слышу почему-то капитан. Ну, не знаю, мне кажется, ну, это по ощущениям капитан. Кого ты съел, да? Да. Угу. Не знаю, вот капитан, может быть. Мы обсуждаем что-то. Я ходил наблюдать там. Угу. Кто-то идет, кто-то должен прийти, не знаю. Кто должен прийти, не вижу, угу. Я дальше, да. Спускаемся. Хорошо, стоят, ребята. Хорошо. Спускайся, посмотри, если ты среди солдат, и ты говоришь, что ты их командир, у тебя, наверное, есть оружие какое-то? Это оружие. А вот первое, что идет. Винтовка есть какая-то. Угу. Хорошо. Ты пешком ходишь все время, когда воюешь, или на чем-то передвигаешься? Ну, здесь, где мы находимся, пешком. Угу. Это город, да? Это город. Угу. Это город. Ну, дома старые, старого типа. Дома. Угу. Дома старого типа. А смотри, если ты солдат и дома разрушены, наверное, идет война какая-то, военные действия, правильно? Тут военные действия. Mm-hmm. Ну, а они кто... про такой... А с кем так... вы воюете? Колька, с кем вы воюете? Это сейчас вопрос, с кем мы воюем, потому mm-hmm. что... Если ты солдат, значит, есть враг? А вот врага я не вижу. Ты его в окно выглядывал? Да и взрыв-то я не вижу. Ну, как таковых, я вижу дома разрушенные, взрыв я не вижу. Угу. Хорошо, а солдаты там, они всегда воюют? Есть воспоминания, где солдаты не воюют? С
воспоминания, где солдаты не воюют. Не, ну как бы в данный момент они просто стоят, мы что-то обсуждаем, то есть как таковых есть, нет, что все горит, то есть именно что не стрельба. То есть, может, сейчас скажу, или все прошло уже, или что-то еще не, ну, как бы, ну, судя по тому, что по ощущениям, либо уже что-то произошло, то горит. Ну, можешь узнать город так, какой? Ну, вот, скажем, информация не идет, что это какие-то фашисты, да? Ну, нет такой информации. Что конкретно там? Гитлер, ты думаешь, нет, не надо думать, вспоминай. Нет, что? Я не думаю, что я по ощущениям говорю, что нет такого. А что за город? Старый домок. Угу. Ну, какого-то сталинского, типа, что-то такое похожее на сталинские дома. Но... Угу. Лестница деревянная. Старая такая, как черная. Даже вот, когда спускаешься, слышно скрип какой-то ступени. Но я не бегу обратно, я как-то иду спокойно, спускаюсь вниз. Но нет, говорю, какого-то ощущения страха такого, что что-то идет. Опасности нет, да, сейчас? Даже такое чувство, что я просто поднялся посмотреть на то, что, в принципе, вообще вот осталось или произошло. Ну, вот как-то вот так вот. Я не слышу конкретно, что мы обсуждаем. Просто обсуждаем. Имя. Имя, фамилия. Понятно. Я вот разговоры вообще хорошо не слышу. Но когда, скажем, все к чему-то готовы, вот оружие у людей в руках. Здесь вот оружие в руках, я не вижу у них. Это оружие у всех за плечом почему-то. Вот когда оружие за плечом, вспоминая такую ситуацию, группа людей оружие за плечами описывает. Они идут, они стоят. Не стоят, и по ощущениям горит какой-то костер еще рядом. И огонь, ну, что-то горит просто рядом такое небольшое. И что мы обсуждаем? Я почему-то я звуков не слышу, ну, как бы таких вот именно разговоров, что-то обсуждается. День, вечер? День. Это день. А что вот рядом как горит? Концентрируйся. Оно внизу горит, вверху горит. Нет, это внизу горит, это костер. Похоже, ну, это костер. Совершенно точно костер. Это костер. Ну, получается, где-то мы то ли переулок, то ли что это такое, ну, то, что мы стоим. Стоят они как полукругом, кругом. Они стоят от меня. Ну, опять немного. Много нас народу. Немного нас народу. Немного сколько? 10, 20, 50. Может быть, человек 500. Нет. Может быть, человек 8. 10, ну, до 10. Не, как не они выглядят? Одежда странная, ну как, не знаю, как это, как одежда. Первое, что пришло, это какие-то шинели, но как они называются, выглядят. Ну, вот я говорю, что первое прям как шла информация, это шинели. Все правильно. Все правильно, хорошо. Да. Почему ты себе не веришь? Первая информация, это идет в подсознание, пока мозг еще не включился, не начал фильтровать. Вот нужно говорить первое, что идет.
Сейчас помех нет, все заполняется. Все правильно, Коля, все правильно. Потому что я не понимаю, кто враг. Подожди пока. Подожди. Давай. Вот стоят, что они в линии стоят, да? Ну, они стоят как вот так вот, как полукругом. То есть ну, не, прям не... какой-то вот, ну, прям какой-то рот, и я не чувствую. Немного народу, как вот, может, какая-то группа. Ну, в том моменте, как, который ты смотришь, вот для тебя народу немного. Немного. Mm-hmm. Хорошо, вспоминаю вот это ощущение, вот что ты перед людьми. Люди все солдаты? Да, все солдаты. Угу. И они как... Ты их слушаешь? Ты кого-то слушаешь? Нет, они меня слушают. Они... Я говорю, они меня слушают, но мы что-то обсуждаем. То есть ты по отношению к ним кто? Я какой-то... Ну, я кто-то старший у них. Ну, как группа какая-то. Вот это ощущение запомни. Вот перед тобой стоят солдаты, ты типа офицер. Правильно понимаю? Да. Вот почувствуй это и усилий. Есть большая группа солдат перед тобой стоит? Ну, по ощущениям есть поле. Угу. Вспоминай, описывай. Поле, палатки, полевые такие палатки. Как выглядит, какого цвета формы материал? Ну, коричневый, как, вот, как армейский такой вот. Шатер, но я опять же, я не хожу никого там, не ору, не жаль, я со всеми общаюсь и очень... Много стоит, не только я, еще кто-то есть, очень много машин ездят военные. Какие машины, как выглядят? Ну, по ощущениям, как вот без, как сказать, как вот армейский, вот этот, вот как вот американский был вот этот вот военный пикап вот этот был, этот времен. Великое Отечество, что ли, я не понимаю этих событий. Не понимаю. Тран, то ли это начало. Хорошо, ты увидел. И самое интересное. Тогда колеса смотрел, сейчас смотри эти машины. Она не дотронется до машины. Она меняется как-то или остается такой же, как ты ее увидел? Нужно проверить, это истинная информация или мозг тебе подсовывает картинку. Дотронься до машины. Сейчас, секунду. Она большая какая-то получится. Угу. Твердая, мягкая. Ощущение твердое. Угу.
Мозг, блин. Да, слушай, так получается, так пляшет картинка и туда, и качает, блин. И палатки видно, и... Угу. Ну, а машина как палатка. Идет так изображение, конечно, интересно. А почему она плывет-то? Значит, плывет полностью, либо частично? Ну, качает, знаешь, с стороны. Да. А почему? То туда, то сюда. Что за машины такие, которые качаются? Да я говорю про изображение, что, ну, то вот, когда в сторону машин, вроде ты тут стоишь, вроде там ты смотришь и не понимаешь, что надо, ой, это, надо, понять, надо увидеть и... Надо почувствовать запах, звуки от этой машины, материал корпуса. Почему часто идет по ощущениям, что что-то блестящее почему-то часто идет? Что это блестящее, я только не всегда ощущаю. Почему-то часто идет... Когда я пробую работать, часто идет, что когда представляешь оружие, часто идет, что оружие блестящее, часто идет, что техника блестящая. Я не понимаю, что такое, почему идет блеск, что с блеском может быть связано. Не понимаю, это не хром, почему-то идет часто. Ну, это может на солнце? Может быть, на солнце, но к тому, что. В машинах у меня мозг включает машину. Может, это не машина все-таки? Поэтому у меня начинает качать. Варианты лодки, звездолеты и что угодно. Что это еще может? Сложно переключить. Не, теперь как бы это не люди, то уже видно, что это не люди, нифига. Возвращаемся в тот момент, когда еще были люди. Те, которых ты видел там в Буденовках или в Шанелях, как ты их описывал. Ну, вот это люди, да. Ты же их сам описывал. Вспоминай, они стоят перед тобой. Вот когда много людей стоят перед тобой, было такое? Ну... Знаешь, как интересно, что я лиц их не вижу, ни одного. А, незачем. Вот что они делают? Ну, они стоят. Вот они просто стоят. Так, они стоят просто, либо там... Как они одеты? Шинели какие? Летние, зимние? Ты вообще помнишь, больше зимы было или лето? Нет, лето. Ну, лето либо, лето. Ну, не зима. Это хорошо. А они стоят. Вот они стоят просто. Они стоят как-то вот, вот вокруг меня. Я что-то вещаю. Так говорю.
Если это солдаты, то, наверное, флаг какой-то. Флаг какой-то есть. Флаг какой-то есть. Слой флаг мозг включает эту петушню двуглавую, но нет. Так. На красном фоне, ну не знаю. Как на красном фоне может быть двуглавый орел? Вот. Вот там. Цвет флага. Почему красный идет? Почему идет красный? Красный. Ну, вот скажи мне, почему красный флаг? Почему красный флаг? Почему идет красный флаг? Почему идет красный флаг? Почему красный? Это загадка века. Надписи помнишь где-нибудь? Надписи помнишь где-нибудь? Надпись. Не, либо мне чем-то так глубоко в башку засрали, либо мне так почистили сильно. Тяжело. Все нормально. Не напрягай просто мозг, а просто смотри. Теперь уже без червячка, но мне кажется, там какое-то колечко есть. Часть тебя прям сжимается. Говорит, не может этого быть. Какая часть тебя говорит, что ну... Какой части тебя дискомфорт? Как это? Причем самое интересное, я не вижу никаких танков, ну, по ощущениям. Ну, по ощущениям их нет. Верно. Даже вот прям немножко буду это неправильные вещи делать, но говорить, да или нет, должен сам все вспомнить. Ну, смотри, нет танков, красный флаг. Вспоминай дальше. Оружие блестит на солнце. Какое оружие может блестеть на солнце? Я сейчас хочу постараться вернуться в тот момент. Вот это вот движение рукой, я тебе помнишь, писал? Что у меня интуитивно позволяет делать периодически вот так вот рукой, что-то заряжая, я не знаю. Вот это движение я интуитивно делаю очень часто. Иногда иду, я не знаю, что мне позволяет, что я заряжаю, что я делаю. Ты заряжаешь или, смотри, вот ты делаешь это одной рукой или двумя руками сначала? Двумя руками вот так. Двумя руками. Вот смотри, что ты тогда делаешь левой и что делаешь правой. Воспроизводи сейчас, если машина позволит объем. Что-то большое повторяет. Я вот большое сейчас... повторяешь, смотри. Вытянутая одна рука или две руки, или как? Они как в чем-то, к чему-то привязаны, скажем, к такому. Ну,
к чему-то большому привязан. Так, вторая рука что делает? Вот такое чувство, что правая рука, она именно управляет каким-то механизмом. Ну, что-то привязано большое. Они... Ну да, 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 да. Все верно. Левая. Верно. Именно, именно даже механизм какой-то. А им по левая. Левая. Но вот ты когда делаешь вот так вот, что ты можешь сделать? Причем какая рука больше двигается? Больше двигается. Правая. Какая рука? Правая больше двигается. Почти правая. Это что? Вот ты это вот, ну, косишь вряд ли, да? Вот что это? Это во время войны делается, во время мира, танцев. Во время войны. Это совершенно. То есть это не танцевальное движение. Хорошо. Во время войны как это движение можно делать автоматически? У тебя прям до автомата дошло. Знаешь, сильно, когда это задело, когда когда-то прям сильно воспоминанием прошло, когда в фильме «Матрица» они отстреливались с этих вот. Ага. Ну вот смотри, тогда при стрельбе тогда, вот это что вот за движение правой рукой, скажи? Там, что ты стреляешь, допусти это. Только они были как бы связаны с ними как бы механически, но я не чувствую никакого. Меня это просто... Что? При войне, смотри, левая рука как вытянута, держит. Что держит? А правая что делает? Ну, при войне ты вот, допустим, на баяне можешь играть? Нет, конечно. Вот. Тогда что ты... Стреляешь. Ты стреляешь, так. Либо управляешь. Одно если, если ты стреляешь, то что вот? Давай, чувствуй. Какое у тебя оружие в руках? Чувствуй, минус. Что такое привязано? Это не как у них было совершенно точно. Ничто? Ну, не как у них, не как они это показывали в фильмах вот, с этими железками. Чё тебе лезет в фильмы? Забудь ты. Это мешает. Это мешает. Мешает. Я почему? Ну, а тебе образ пришел, стрельба. Так, стреляет. Причем сильная отдача. Что такое? Отдача. Стреляет сильная отдача, да еще и... Много нужно двигать правой рукой. Ну-ка. Просто. Это управление. Чем это управление? Да чем-то управлять, блин. Если даже танков не было, ты чё? Я даже чувствую это, но... Ну вот, вот, как это выглядит? Это что? Железное, деревянное, сахарное? Нет, это... Нет, по ощущениям это, конечно, не деревянное, не сахарное, но... А что, было бы прикольно. Угу. Такой аппарат для выдачи шоколадных конфет детям. Вот так крутишь, как барабан.
И он прям конфеты очередями. Ой. Когда ты это делаешь, впереди тебя кто стоят? Дети, слоны. Ты их бананами кормишь. Может, ты от связки бананов отщипываешь бананы, даешь обезьянам очень много. Был такой в прошлой жизни кормильщик обезьян под красным флагом. Нет, это даже не здесь. Даже не здесь. Не здесь, это нигде. Где не здесь? Блин, где это? Ну, юг, тепло. Таких технологий... Таких технологий, по крайней мере, у нас точно нет. Здесь, по крайней мере, при... В данный момент. Ну, уже точно нет, но ты можешь это найти. Да. Я тебе подсказываю даже. Блин. Это супер технология. Вообще прям. Ты удивишься, насколько она уникальна. Универсальная. Универсальная, да. Блин, вот я говорю, по ощущениям что-то большое, но я не могу со стороны увидеть. Я... Что напоминает? Большое, круглое? Ты вот так двумя руками держишь прям? Блин, правая рука почему-то соскальзывает, и ты постоянно подкидываешь. Или что? Вот скажи. Сейчас. Шарманка такая, ты правой рукой крутишь. И идешь впереди строя, или как? Ну а что, варианты? Может, ты был барабанщиком, понимаешь? Левый держал барабан, а правый бам-бам. Лысый папа Карлос. Ой. Ну смотри, ну точно, барабан. Левый держишь, он чуть вперед, он здоровый. Правый бац-бац-бац. Вот ты бьешь, либо как? Как это движется? Я понял, что блестело лысина на солнце. Ослепит всех врагов на войне. Да, вместо барабана была лысина этого иудея. Да. Поставил, да, что надоело, потому что я долбил. Почему и солдаты в ряд выстраивались? Это ж ориентир был. На свет шли. Правильно, командирам нужно брать самого лысого. Да. Возвращаемся опять в тот момент, когда ты не в капсуле. Итак, предыдущая жизнь мы пропускаем. Вот вторая, вот там, где вот ты смотрел что-то вдаль, где красный флаг, где костер. Ниже не лезем пока. Сразу пошла вот, ну, такая вот информация, что на красном флаге курица какая-то, вот, не знаю. Так, как выглядит эта курица? Какого цвета? Чуть коричневая такая, ну, как коричневая. Коричневая или, или желтая? Жареная. Такая, ну, не знаю, я называю этого орла курицей. Цыпленок табака. А почему ты решил, что это орел? Скажи. Да сейчас. Ну, почему-то, орел? Не знаю, почему-то двуглавый орел на красном, это не понимаю. Вот, почему. Вот. Ты, а может что-то флаг... другое на красном флаге? Ну-ка, сконцентрируйся. Смотри, в первую очередь пришла, ну, по ощущениям, что флаг красный, да? Так. Потом уже мозг дорисовал курицу. Угу. Странный тебе мозг. Флаг красный. Может быть, курица. Может, петух, не знаю. Вот почему-то что, ну, что четко идет красный флаг. Это хорошо. Теперь так, давай ставим залоги и смотрим, что там на флаге. Угу. Что там на флаге? Что там на флаге? Угу.
там на флаге. Угу. По центру, либо там справа, слева. Слушай, ну по центру цвет, но все равно коричневый идет, даже если я вот не курицу вижу, почему коричневый, не знаю. Угу. А что там изображено, если, может, это похожее на курицу, а не курица? Так. С флагом, и тут флаг, тогда флаг, да, блин. Включите звук, блин, там, пожалуйста. С флагом тут раз. И правильно, флаг же на войне должен быть. Угу. Помнишь, как ты одет был? Точно не в трусах, а не в майке, блин. Круто. Как я одет был. Вот на этот вопрос сразу пришла вот такая картинка, что я как вот эсэсовец какой-то с ремнем вот так вот стою. Угу. Это такой вот. Как ремень? Что на ремне? Блин, ну почему идет, что я как какой-то этот немецкий солдат, что я не знаю. Почему ну, немецкий? Давай. Почему немецкий? А вот, ну вот так вот прям, ну вот как вот, он похож как на этот. Ну да, так. Похож. Ну, ма, ну так наши, а, ну так же наши ходили на этот. Ну, молодец. Угу. Так наши ходили, да. Портупея, если не ошибаюсь, называется. Крест-накрест. Да, и вот так вот. Так, а вот и именно слева направо что-то идет. И вот смотри, на бедре что? На поясе у тебя. Здесь кобура. Так, в кобуре что? Пистолет. Как выглядит? А пистолет почему-то не как у офицеров был, так почему-то вот этот вот, как он, этот, почему я вижу пистолет, блин, Вальтер, который, почему Вальтер-то? Потому что ты только что увидел немца и решил уже дальше играть в эту игру. Ну подожди, какой Вальтер, какого примерно, модель помнишь? Ну такой вот, как вот. Немецкий. Ну, какой? Такой. Квадратный. Ну, времен... Квадратный. Ну. Mm-hmm. А может быть не Вальтер, может быть другая немецкая фамилия, другая. Его называли даже. Mm-hmm. Какой плоский? Ну-ка, вот. Ну, сразу вот на вот это вот почему-то пришло. Не знаю, может быть, потому что вот заговорили про да, блин. Ну, плоский, какой плоский может быть? Ну, с одной стороны, не все плоские, но этот очень плоский. Ну, да. Ну, да, помню почти. Да не почти, блин, вспомнил. Ну, в этом состоянии память не работает. Да, пиши его. Ну, как, ну, вот он, ну...
А, ну как? Нет, ну... Да, согласен, плоский это вот, ну, Вальтер не плоский, а я сказал плоский, да? Угу. Тогда это товарищ, ну, вспоминай. Это, видимо, ну, периодически получается, вот, ну, подключиться, и сразу раз уходит. Я думаю, это получается, когда у тебя вырубается мозг. Ну, ты увидел, раз... а потом ты сам себя рубишь, понимаешь? Ты вот приходит слева эта информация, вот как левой рукой ты кладешь, а правой рубишь. Как часть да, тебя как да, сопротивляется. Ну, что за борьба левой руки справа, скажи. Да надо просто угу. понять. По правой руке надо давать. Работает механизм. И... А вот ты попробуй это... Вот то, что разрушает в тебе, вот поймать тоже опять. Топорик, топорик. Червячка ты съел правильно, а там еще такой топорик. Червячок тебе по мозгу клевал, и мозг закрывался. Все, ты убрал. А теперь ты как воспоминание, как, не знаю, пластинку ставишь, флешку, а топорик раз, эту флешку рубит. Ну-ка, что это за топорик? Я вот за это, ну почему у меня не советский пистолет? Да, это не советский пистолет. Дальше. Размер. Центр тяжести где? Центр тяжести вот здесь как? Ну, условно, в кулаке или, или впереди, или сзади. Не, не, ну, подожди. Да ты неплохо оцитрован, но там почти все в кулаке. Нет, ну как бы... А там? Вспоминай, рука держит его. Подожди, сейчас... Ой. Как бы... Блин, вообще не в середине, ну как бы не здесь, вообще где-то здесь, в середине что-то. Это ничего? Ну, в середине получается, что ли, где-то. Ну, как бы не, не здесь, не у руки, что в середине. В середине сейчас. Чего? Руки? Локтю ближе или как? Нет, нет, в середине как бы самого оружия. А, ну да, здесь. Да, да, то есть перед кулаком условно, да? Да. Тяжеленький, ну, да, бы... да. Дура еще та. Потому что мне калибр, здесь. Калибр. Блин. Нет, этот как его. Я не шарю в этом оружии. Блин. Ну, хорошо. Кто еще на поясе, кроме кобуры? Что еще на поясе? Есть что-то? Почему, если мозг говорит, что планшет там есть, как ты его можешь ощутить? Он висит и висит. Может быть, из-за того, что привычно как-то, но... Может, из-за того, что я даже сейчас с ним хожу. Сейчас-то ты с планшетом электронным ходишь? Нет, у меня планшет сейчас армейский, офицерский есть. Отлично, отлично, хорошо. Еще что вспоминай. На поясе. Сапоги. Помнит.
Штаны, брюки есть или голожопые в сапогах бегаешь? Да нет, у меня штаны, по ощущениям, это как галифе. Угу, умница. Колька, ты молодец. Я просто смотрю сейчас, вот расслабься на себя. Все правильно, расслабься дальше. Просто расслабься, сядь спокойно. Не зажимайся и просто говори. А что идет? Мы там тоже с тобой поддерживаем. Пока все правильно, Коля. Солдаты, шум, движухи. Ты уверенный там, потому что знаешь, что делаешь. Сапоги, форма, крест на крест, его портупея, на поясе пистолет и планшет. Что еще? Молодец. Угу. Жена, у тебя есть по ощущениям? Первое, что пришло, нет. Угу. Чего и не было? Что? И не было, или что? Нет, может быть, как бы здесь, ну, среди всех нет. Но это, нет, я, мы вообще, вообще вопрос звучал именно вообще, да. не в бою, естественно. Хотя некоторые жены прям вырвут. Но это редкость. Ну, бывают такие. Я понял. Почему разведка? Почему разведывать там? Ладно. Ну, надо разведать перед боем, конечно. И что? И в разведку пошел. Вообще, я кого-то собираю, что ли, туда. Вероятно, вот это, да. Вот. Какие-то удивления были в том времени? Да. Вообще как-то спокойно все. Угу. Такое чувство, что как-то постоянно происходит, постоянно что-то делаешь. Вот. Угу. Как-то какая-то обыденность, вот даже сейчас. Угу. Даже сейчас нет никакой паники, нет ничего даже. Как-то вот что-то идет, вот как-то вот. Угу. Как будто постоянно одно и то же. Привычно, да, да, да. Война — это привычно. И, ну, много людей рядом. Ну, да, люди, да, да, молодец. Все правильно. Потом ты стоишь вот у развалин где-то. Небольшая группа людей с тобой. Mm. Что-то горит. Не видно врага. Война кончилась. Имя идет? Твое имя? Нет, не слышу. Угу. Даже не слышу, о чем они общаются. Как-то все идет такое, как-то безмолвно. Угу. То есть все, кто-то говорит, но прям вот из общего потока я не могу выделить, угу, как бы, кто о чем говорит. А если подняться над этой картинкой высоко-высоко и посмотреть, где это происходит, событие?
именно где много кого-то. Ну, почему-то идет, ну, тут, поднимаюсь я и вижу какое-то как поле. Ну, не понимаю. Там поле, прямо... хорошо. Поле. Ну, цвет такой всего, не скажу, что летний. Какой-то вот как вот... А если еще выше на карту посмотреть, на глобус? На и точкой горит там, где ты стоишь. Смотри, где точечка светится. Ну, вот первое ощущение, ну, это, блин... Говори. Ну, это наша часть какая-то. Все правильно. Наша часть, ну, именно где... Точка горит. Ну, такое чувство, что если вот по ощущению смотреть по карте, это где-то вот ниже, что ниже... Угу. Если Москва-центр... Ну, ниже центр, ниже центральной части. Ну, вот просто там, вот, ну, именно прям по ощущениям сразу. Я... Угу, угу. Умница, молодец. Юг. Вот прям первое, что без задумок. Угу. Только мы это знаем, но мы это вредное тебе не скажем. Угу. Да, понятно, и не надо. Так, пройдется мы садисты, смотреть. Видишь, нравится мучить тебя. Да, тогда часа 4, сейчас еще все-таки начинается. Придется, придется. Да. Придется самому смотреть. Угу. Да. Оно идет, просто часть тебя все еще стопорит. Ты еще чувствуешь, да? Угу. Вот реально. Ты одной рукой притягиваешь, другой отталкиваешь часть. Вот поговори с собой. Где напряг? Вот что отталкивает? Вот прям эфирными руками прям чувствуешь его, прям мозг чуть-чуть вот. Массируешь. Какие ощущения? Где блоки? Где что? Как там, знаешь, у коляшки дел немало, у коляшки много дел, куча всего, знаешь, и куча всего-всего, и куча мыслей, думаю. Ты же говоришь, что нужно как-то отдыхать, но, понимаешь, вот пока я не научился этому... Расслабляться, да, отпускать. И написано как. Семья, четверо детей, работа, понимаю, но... Сзади, смотри, вот, затылок помассируй. Там воспоминания. Наверное, жена вспоминает чувство, да? Потому что я... Ну, еще давай без танков, значит. Вы как-то передвигаетесь там, смотри, если нет танков, на чем вы передвигаетесь? Идет пешком. Ходом. Все время пешком, все пешком идут. Здесь, в этом месте. Mm-hmm. Что? А есть время на той войне, где ты был, чтобы ты не пешком, а как-то по-другому передвигался? Давай посмотрим. Вот вижу, как бы, mm-hmm. вот так вот, как вот вижу, что я куда-то с большой скоростью перемещаюсь. Mm-hmm. Давай посмотрим, как ты перемещаешься. Летишь. Да, весьма низко, но как-то вот весьма низко куда-то лечу, но я не понимаю.
Я, ну, как бы не вижу, здесь я. Хочется, я не вижу. Я лишнее не говорю, Илья. Просто первое, что пришло, вот я вот... Хорошо. Вот, как будто... Летишь, но низко. Ты при этом ногами быстро перебираешь? Я вообще ногами не касаюсь. Так, ну, однозначно летишь. Это что, ковер-самолет или печка самодвижущаяся? Нет, какой-то летательный, но метла. Не самолет. Так, не это самолет. Женская, подожди. Что-то такое. Может, печка русская, не знаю. Ого, скорости печки. Ну, как быстро? Сколько километров в час примерно, да? Забористые, до сих пор не отпустила. Да, ну как-то быстро. Как-то быстро, знаешь, очень быстро. Ну, потому что я... У тебя ноги при этом вытянуты вперед или назад? Даже вперед. Ну, я смотрю, ну, знаешь, вот так. Как-то я вот так вот сижу. Понял. Это не похоже на самолет. Хорошо. А на что это похоже? Да, черт возьми. Стекло большое. Стекло. Обзор классный, да? Обзор хороший, да, но что? Так. Классно. Крыша есть? У этого летательного аппарата. Стекло вот такое. Вот такое, как стекло. То есть, стекло большое. Все видно. Да. Угу, хорошо. А руль есть? Ну, направляется, но... Угу, молодец. Я за что-то держусь, как бы, ну. За что? Умница, молодец. На самом деле молодец, Коля, на самом деле. Не знаю, за что я держусь, но... Ты за что-то держишься, это управляется чудесно. Да, все правильно. Не-не, все правильно. Ты сверху держишься, там, за поручни? Руки в стороны или как? Ну, я как вперед вот так вот сижу. Вот вперед, да. В Формуле-1 какой-то, не знаю, что ли, как они сидят вот так вот. Круто. Молодец, ну, правильно. Да, в Формуле-1 обзор классный, честно. Но ты там вот так же низко по земле стелишься, как в Формуле-1. По дороге едешь? Не летишь, совсем. Летишь. Я чуть... Повыше, нет. Да? Повыше, да. Угу. Ну, вот как бы, ну, угу. Быстро достаточно. Угу. Умница. А смотри, там на чем ты летишь, что там, крылья? Ты один летишь. Рядом тоже летуны есть. Оно летит почему-то, может, там реактивный двигатель, пропеллер, антиграв, магниты. Вот понимаешь, все увидел. Ходули, может. А, ноги же не движутся. Вперед. Вперед. Руки тоже вперед. Может, ты за пропеллер держишься? Пропеллер спереди или сзади? Да. Вот оно вот так вот приходит какими-то такими образами. Какими-то. Урывками, да, да, да. И уходит, да. Коля, когда все вспомнишь, тебе будет смешно. Потому что ты сказал абсолютно все. Но ничего не назвал. Будет смешно уже скоро. Да. Да я уже не смеюсь, да уже над всякими вещами, знаешь. Mm.
Я уж сейчас с детьми, даже когда смотрю мишек, мимимишек, я уже... Не отвлекайся. Да. Не отвлекайся. Смотри. Угу. Выключай мозг. И просто расслабься и смотри. Каким ты полем управляешь или летишь? Нет. Низенька. Низенька. Ноги у тебя впереди или сзади? Все-таки? Ну как я мог быть сзади, у меня ноги? Легко. У кузнечика так даже коленки назад. Ну, он не кузнечик, ладно. Не отвлекай. Знаешь, летающего кузнечика в сапогах, пистолетом. Страшная картинка, да. Главный обзор классный, да, лысый. Может, ты на кузнечике реально летаешь? Не, ну... Они как сиганут потом, как планируют. Реально круто. Большая саранча. Короче. Вот это уполз. Коля на кузнечике. У нас есть Коля кузнечик, а теперь Коля на кузнечике будет. На рыбалку. С червячком. Нет. Не пусть, что кузнечик. Ты на обзор хороший, конечно. А куда ты, блин, летишь тогда? Вопрос. Давно так не смеялась. Что ли? Или нет, ну не, ну может быть, конечно, Диму сожрать, который был. Чем ты, кузнечик? Чем ты кормил кузнечика? Не, ну. Ноги все-таки впереди или сзади? Сведены, либо разведены? Может, это круг нужно стоять и руками держаться. Вот так, знаешь, как этот человек. Леонардо да Винчи. Нет, первое прям, что пришло, это ноги вытянуты вперед. Как бы так вот куда-то. Угу. Напряжен или расслаблен? Ну, как бы вперед. Не... Ну, тело напряжено или расслаблено? Ты там... Говоришь, не курящий, но вот он, ну хорошо, если не куришь, как-то просто вальяжен так. Сидение какое в этом транспортном средстве летающем? Блин. Ну, комфортно, по крайней мере. Ну, не скажу, что прям не совсем. Но на это, педали не крутишь или крутишь? Не крутишь педали. Не крутишь педали, круто. Приводит движение. И руля нету, да? На что ты держишься? Что ты держишься? Что-то перемещает, что двигает его? Что чем ты управляешь? Может, там какой-то суперинтеллектуальный блок управления? Тебе нужно просто держаться от команды голосом? Ну, это первое, что ждешь, что нет. Не голосом, хорошо. Ты один так летун такой там? Ну, нет, идет нет. Угу. Как другие летуны? Сколько их?
7, 8, 7. А без цифр, просто посмотри на картинку. Ну там, блин, не знаю, сейчас скажу. Ну, почему-то не вижу прям 1100. Ну, потому что их не... Ну, по крайней мере, не знаю. Подожди. Но ощущение есть. Ощущение есть, да, что ну, немного. Вот это мальчики или девочки? Или тут люди, да? Люди, блин, люди уже. Люди. Уже не поймешь, кто они. Да ну не люди, это ну нет, как может на этой хрени лететь человек, ну не знаю. Удивишься. Кто люди, уже кто не люди, я уже... Кто только на этой хрени не летал. Подсказываю, в основном люди, да. Больше запутал. Блин, я уже... Ну... Черт возьми. Ощущение печали, что ты летишь, куда ты летишь? Нет, спокойно, абсолютно. Понял. И какой-то вот спокойный какой-то я вообще. В руках у тебя что? То есть, если ты Дед Мороз и на оленях в такой повозке, у тебя должен быть посох. Ну, тут у тебя посох в руках был? Да нет, у меня когда посох. Когда ты летел. Нет. А ты почувствуй, вспомни. И Дед Морозом не был на оленях, блин. Ну, какой лысый Дед Мороз, это понятно, тем более на юге. Уже хорошо, одна версия отмели, так. У меня еще 1000 есть. Мороз. Как у меня, что у меня в руках? Я просто держусь за что? За что держусь? Да я не знаю, за что держусь. Ну, посмотри, за что держишься? Что в руках все-таки? Что-то я держусь. Ну, просто, чтобы было держаться. За что? Ну, я не сижу вот так с руками. Так, а что так? Зачем держаться-то нужно? Зачем держаться нужно? Управляется. Там есть ремни безопасности? Если ты в самолете, допустим, ты же, наверное, пристегнулся, тогда не нужно держаться. Зачем там держаться? Управляется, что не болен. Сейчас, подожди. За что ты держишься? Точно. Точно. Однозначно. Варианты. Живот, чтоб не растрясти, держишь. Там тряска есть, кстати? Не, как-то ровно. Так, короче, меня там вызывает уже, блин, походу. Какие ощущения? Большое, маленькое, теплое, железное, холодное. Ну, внутри комфортно, но места не скажу, прям много. Там вообще нет. Так, высота над землей. Небольшая прям, ты не где-то не в небесах сидишь. Понял. Как ты садишься на эту штуку? Сидишь там, в нее залазишь. Откидывается. Подожди. Дверцы, ну, первое, что, ну, не знаю, что откидывается это стекло, что ли, которое садишься. Как садишься? Ногу куда ставишь?
Вспоминай. Угу. Ты же помнишь это движение? Вспоминай. Так, ну-ну-ну. Ну-ка, чего говоришь? Давай. Говорит, что ногу назад как-то садится. Угу. Что, себя, что ли, назад? Ну, как бы и под себя, и назад, да, да. Да, все правильно. Да. Теперь собери это все в кучку. Колька, просто собери в кучку. Куда ты садишься таким образом? Комфортный обзор, классный. Держишься за что-то, управляешь без руля. Летишь быстро, но не очень. И не высоко. Угу. И чтобы сесть, нужно как бы ногу и вверх, и назад. Поздравляю, ты такой изнечек, да? Не-не-не-не-не. Не, серьезно, это на самом деле ты все сказал. Ты все правильно сказал, нужно сложить, да. Ты абсолютно все правильно сказал. Ты в эту штуку садишься сзади, спереди. Падаешь в нее, ну. Описал, блин. Внешность свою описал. Внешность того, кто убил, правильно описал. Обалдеть. А, форму солдат правильно описал. То, на чем летит, правильно. Пистолет этот. Флаг правильно. Вспомнил, да. Пистолет, там, центровка, ну, и это все очень просто нужно назвать вот пять слов одним словом общее, знаешь, синоним. Вот только это осталось, и тогда все пойдет. То есть, условно, ты назвал форма круглая, внутри белая, снаружи красная, такая пимпочка сверху. Вот нужно назвать яблоко. Вот. Все описал. Я писал яблоко, нужно сейчас сказать это и все. Все верно. И средство передвижения верно, и все ты верно увидел. Угу. Знаешь, отгадывание по словам у меня никогда не перло. И в тот раз ты все правильно сказал. И жена да. У тебя есть, и вот и машины она, да. Странные, танков нету, да. И движение вот это вот. Рукой. Да. Чуть вперед и вниз, вот так. Левый да, держишь, это... правый вперед и вниз. Ну. Это движение абсолютно всем известно, знакомо. Да. Известно. По крайней мере, по фильмам. И по играм. Уже подсказки пошли. Не, по играм нет. Да не, я... По фильмам некоторым. По фильмам, да, да. Вот. Не умею я с детства отгадывать эту хрень. Не надо отгадывать. Вот не надо вспомни, отгадывать. Как, как этот летун выглядит? Леталка. Может, это не совсем леталка? Прям подсказываю. Транспорт какой-то. Транспорт. В прошлую встречу ты транспорт увидел со странным этим... тентованным верхом и со странными большими колесами желто-серыми без двигателя тоже без руля и все это под красным флагом. Абсолютно, абсолютно все увидел. Очень сложно сейчас не сложить дважды два. Коля справляется, он держится. Дает все вспомнить. Из последних сил напрягается. Котенок не хочет пить молоко просто. Вот, ну, лапки такие. Ну ладно. Мы терпеливые. На флаге помни, что цыпленок или кракозяба. Такая в разные стороны, как по крайней мере. Во, в разные стороны. Это картинка либо надпись?
Дважды два. Ну чё ты, не сдавайся, да, все просто. Вот оно рядом, ты как вот сам не хочешь это принять. Не то, что не хочешь, а вот, ну вот оно, вот все. Понимаешь, вот оно рядом, есть уже. Просто пусть это войдет в тебя, выдохни и впусти, все. Ну... Угу. На юге было. Помнишь, ты вот море описывал? Именно море. Какое там море? Они, походу, что-то этот... Боли. Все вообще что-то перемешалось. Кони, люди. Так, ну-ка. Людей ты увидела, коней. Да уже все вместе, там в голове уже все. Угу. Что там можно одним словом, блин, называть, если такое уже будет вообще все в комке, блин. Угу. Ну, ты назвал это уже. Летуна назвал. Чтобы сесть на лошадь, что нужно сделать? Ноги, когда на лошади, где находятся? За что держишься? Три ножки там надо, я не знаю, там. Что там еще нужно. Ну, блин, ну... Летуна-то меня назвал. Я к лошадям отношения имею весьма посредственно. Он говорит, все смешалось в голове, кони, люди. Да, молодец. Но, говорит, посредственное весьма отношение к лошадям имеет. Чтобы сесть на лошадь, что нужно сделать? Как там ноги? Стрим, что там? Ну да. Когда скачут на лошади, что происходит? Ощущения какие? Колька родил коня уже? Не, видишь, тормозит. Да, конечно, блин, тормозит. Это нормально. Умею я играть в такие игры, блин. Да. Я как полковник молчал там со своей онкологией, замычал, блин, не имел полчаса. Тихо, я тихо, тихо, играл тихо, в гадайку, тихо, блин. Тихо, тихо, бывает тихо, хуже. Ну. Что за летун-то, на котором ты летал низко? Низенько.
Да нет у меня вообще никаких названий, ни голосов, ни названий, еще тишина, я вам... Ни моих имен. Сострелите меня, пожалуйста. Надо. Давай тебя никто стрелять не будет. Вот сначала. Хорошо, ты в кого-то стрелял там? Я в кого стрелял? Да. Ты стрелял? Ощущением, да, ну блин, в кого? Так, из чего стрелял? Да тоже куча всего. Походу, я из чего только не стрелял. Угу. Со всех вообще. Поминай, каких всех? У меня, блин, такое идет наложение, что я... Ну, может, ты всего и стрелял. Ну, давай, вспоминай. Как это выглядит? Какие ощущения при этом? Есть такое ощущение, как будто ты стреляешь с болтового ружья. Когда-то стрелял. Давно стрелял, сейчас не стрелял с него. Что такое болтовое давно. Ружье? Скажи. Карабин. Это раз. Mm-hmm. Давно это было. Ну, вот когда давно? При стрельбе из карабина какие движения руками делаешь? Делал. Угу. Угу. А зачем такие движения делают? Перезарядка. Угу. А как там перезарядка осуществляется? Отлично. Самое распространенное оружие с таким перезарядкой такой. Ну-ка. Для трехлинейка. Отлично. Ты мне какие движения показывал час назад? Левой рукой держишь, а правой затвор. Да, наверное. Ну, возможно, да. И показывал, как трясет. Отдачу-то да. Помнишь? Да, отдача хорошая. Точно. Отдача была хорошая. Угу. Что-то весло нахрен. От того-то я не этот как его, не падок на оружие нынче. Вообще никак. Угу. От того-то я не падок к путешествиям, видимо, в разные страны, континенты и прочее, потому что, видимо, уже этот. Угу. Напутешествовался. И настрелялся когда-то. Угу. И в прошлой, и позапрошлой жизни. Мы сейчас позапрошлую вспоминаем, потому что она на виду. Летуна вспоминай. Если это трехлинейка и то время, то там что было? На чем с трехлинейками летали? Да, блин, на чем с трехлинейками летали? Вот на чем. Угу. Кроме матов красных командиров. Хороший вопрос. На чем с трехлинейками летали?
Трехлинейки, красный флаг. Ну-ка, что на красном флаге тогда изображено? Так в разные стороны, по ощущениям, ну, блин. Что в разные стороны? Вот я не... Что? Что такое может в разные стороны? Что? Тело в разные стороны или как? Ну, что, не советский же союз. А что тогда? Ну, не летали там при Советском Союзе. Ну, назви это другим словом. И посмотри на чем. Не цепляйся к слову летали. Быстро передвигались, не очень высоко от земли. Руки держал впереди себя, управлял, руля не было. Что это было? Танков не было, но были такие вот странные машины. Танков не было. Угу. Абсолютно. Угу. Уж на ходулях ходил, на ходулях. Да. Но... не, ну так быстро перемещаться на ходулях, нет. Карлсона поймал, оседлал. Да-да-да, пропеллер где? Что-то круто. Да-да-да-да-да. Нет, ты же сказал, что сапоги были высокие. И галифе. Ты уже это описывал, хватит. Ковер-самолет. Погода хорошая. Прыжковые, пружинные. Ходули. А, ну да, но ноги-то не двигались. Ну. Ты в это садился, либо на это садился. Либо под это садился. Прицеплял себя. Уже просто вижу там и все. Ну просто раз и там. А вот этот раз, миг, что ты стоишь на земле, а потом раз и там. Вот, вот этот процесс попробуй вспомнить. Там лесенку прислоняли или как-то как к самолету? О, может машинист паровоза был? Там рельсы были? Тоже не Зенька. Так. Точно нет. Ну, дрезина, почему? Смотри. Держишься за что-то, обзор классный. Ну, ноги-то не впереди, ты же стоишь на дрезине. А ты тягаешь эту штуку, а ноги как впереди упираются, смотри. Ну, ты, есть, получается, машешь там как. Да, раз. Да. А там ты как... Сидишь просто как вот. Сидишь, так. А что движет-то там? Мотор есть какой-то? Вибрация, может... Зацепился. О, может это эти водные лыжи. Впереди катер, лодка. Параплан. Парашюты там. Воздушный змей. Нет, как-то быстро. Ну,
просто картинка идет такая быстро. Да, и, да, вокруг, да. И вокруг тебя все на дрезинах. Все такие. Красноармейцы на дрезинах массово таких. В буденовках, в шинелях. Красным флагом. И так массово, так вверх-вниз, так, да. Представь картину. Представь, белогвардейцы обосрутся. Доктор, вы знаете, я вижу картину, как красноармейцы на дрезинах. Мчатся со скоростью, да. Я не знаю, света. Мы знаем, колыбельщики. Машут красным флагом. С трехлинейками. Не, Колян залив какой-то вот в этом моменте. Коля, Коля, ты рекордсмен. Вот честно скажу, и тебе медальку дам рекордсмену. Просто идешь на рекорд. Конечно, блин. За 7 или 8 часов общения с нами описать все и не сказать. Вот тут, вот. Раньше я думал, что Дима рекордсмен. Потом был такой Костя. Сейчас ты. По дереву полз. Ты чемпион. На каком виде топлива это летун был? Вспоминай. Или было, была. Да не знаю. Может, муха какая-то, не знаю, что это. Да. Красноармеец на мухе. И вы в поисках еды для мухи. Ну, понимаешь, если увидят красноармейца на мухе белогвардейцы, то еды для мухи будет много. Все слетят. Ну, я не знаю. Бля, ну, Коля, наконец-то, да. Не, ну... Реально лошадь, что ли, так? Блин, ну сам посмотри, как ты на нее садишься. Два часа. Не, ну, я как бы... Не, я понимаю, что вот, ну, как бы, лошадь, что... Ну, вот, вроде вижу, что обзор хороший. Вот так усилили. Да, 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 но, да. Но на галифе, ну, галифе на лошади, ну шо ты, вообще не подходишь. А, короче, а видно, что скорость такая. Большая. Формула-1, говорит. Вперед. А реально быстро, короче, получается. Короче, Шубавахи да. Отдыхает. Ирна курит в сторонке. А я сейчас, это, да, я сейчас на лошадь не сяду. Че а нет? Зачем? Сейчас у тебя нет трех линейки. Зачем тебе сейчас на лошадь-то? А места-то там реально мало. И в разные стороны, то влево, то вправо мотыляет, да. И руками держаться надо, руля нету у лошади. И педалей нету. Ну не повезло тебе. И чтобы сесть ногу, то поднять одну за... Как-то мягенько, думаю, блин, ну не может быть мягко. Комфортно, но, блин, мягко. Ну не может быть, думаю, вот это все, думаю, мягко. Ну как мягко, если мы так быстро кремчимся? Да. Грива, она мягкая. Помнишь, как ты в прошлый раз описывал повозки? Машины странные, говорит, тент, колеса серые. Руля нет. А что тут заливал? Ничего не заливал. Ну, где двигатель? Да. Двигателя нету. Ну, конечно. Что делать? Ай. То один, что второй-то. Ну, я помню, что такой, что он не к тому, что не СССР. Угу. Я просто, мне, для меня название, что одно, что Вальтер, что Маузер, они одинаковые. Угу. Для меня. Если бы я еще понимал бы в них, в этих названиях. Это он есть-то у нас. Я же говорю, блин.
я такой... Ну, центровка Маузера и Вальтера сравнил. Ну, ладно, хорошо. Не, потому что для меня, ну, вот ТТ я понимаю, а эти два, ну, как бы, понимаешь, что название не наше было, что пистолет не советский. Ну, вспоминаю, вот из задания на дом, помнится все-таки имя. Да, блин, с именами вообще, конечно. Ничего. Я больше не буду подсказывать. Давай рожай таки сам. Лошади, трехлинейки вспомним, флаг, юг. Уже хорошо. Лошадь, конечно. Да, это знатно, да. Протормозил, да, это было жестко. Не, ну лошадь, говорю, скорость такая. Да, реально, блин. Я бы вот... Чё, реально так быстро, что ли, на лошадях можно ездить? Конечно. Или тебе чуть показалось. Ну да, быстро. Там быстро. Километров 20 можно ехать. Да, только... если они в бой, то оно и быстрее, наверное. Ну да, галопом там. Если они там... наступают галопом, да. То, как он показывал... Старше 60, она может, наверное, мчаться 50? Наверное, не знаю. Может. То, как ты ту картинку, которую ты вспоминал, что там вокруг тебя все этого быстро скакали, у вас наступление было. Угу, в атаку. Да, в атаку там быстро. А что на солнце может сверкать? Какое оружие? Какое оружие? Ну, наверное. Угу. Наверное. Сабли, шашки, да. Шашки, сабли, да. И все рассказал, понимаешь, все рассказал. Вот у тебя идут картинки, ты чувствуешь все. Но поскольку логика выключена, вот верхние. Вспоминать часть мозга, не да, получается, правильно да. Назвать, то есть это нормально, это у многих, если не у всех так, да. Я тоже да, забываю. Все забывается, да. Я вот ощущаю, рассказываю, а сказать не могу. Так что все нормально, просто глубоко погрузился. Молодец, теперь вспоминай дальше. Кто с кем, когда. И потом я тебе чуть больше расскажу как-нибудь, если вспомнишь. Ну все. Короче, надо. Давай, добра. Вспомниться.